Это удивительный момент. Вот, точно. Они уже высовываются. Ну-ка, вот, я вижу, этот наш серый кот стоит вот здесь, вот и стоит. Стоит и смотрит. А ласточата-то вон они на вылете. А ласточки им не дают есть, чтобы выманить их из гнезда. Теперь я поставил коту, в воду не полезет. Видишь, что сделал я? Воды налил. А теперь с этой стороны, если он помылится, он обмоется, тазик с водой. Но так как они еще оправляются, вот уже падать начинает у них. Видишь как? Мне надо закрыть. Я вот этой газетой закрываю. Но как только кот-то полезет, он сразу, вот она, вода. У него ничего не получится. Здесь вода. Вот я сейчас сделаю, замочу. Чтобы помет поймать, и одновременно кот не залез. Вот. Поняла? Это значит, нужно знать. Вот они уже висит. Они вылетят через несколько минут, может быть. Вон они рты раздвинули. Но к вечеру им трудно это найти. Они обычно улетают, потом несколько дней прилетают назад. А это вода. Он сюда кот не пойдет. А отсюда прыгать туда вряд ли он будет. Я могу даже еще маленько подвинуть. Вот так. Обеспечить безопасность. Вот он кот. А он его не любит, когда ему это... Вода, смотри, какие ласточата. Вот зайди сюда. А я показал уже. Тебе видать? Да. Вот он. Арты раздвинули. Так один у другого из-под хвоста. Тут тебе не видать. Все-таки обойди вокруг. Сейчас. Залез на скамейку. И смотри, сейчас взрослые будут залетать. Они их выманывают и есть не дают. Да главное взрослых-то несколько штук. Большие, обычно двое только. Вон они. Видал? Их трогать сейчас нельзя. Если я их сейчас трону рукой, раньше щупал, то сейчас они не потерпят, они сразу вылетят. А куда вылетят? На пол упадут, и главное вылететь из гнезда. Вон он. Там их три. Представь, такое маленькое гнездо, 5, иногда даже 6. И вот они сидят, они такие, там перышки одни. Знаешь? Под хвостиком у него уже коричневое. Вот он. А? Желторотые гаманки. Вон они как. Видно? Да. Вот отсюда теперь видно. Но они спрятались там. Ну, спрятались. Давай-ка я сюда здесь поснимаю. Давай-ка мне. Он отвернулся. А, и правда отвернулся. Я вплотную почти поднес к нему. Вот она. Это чудо Божье. Но трогать нельзя. Там, главное, отвернулись все, а одни хвостики только торчат. Ласточки-то, глядя на нас, тоже беспокоятся. Что это такое? Балка. Видишь как? Вот, теперь я покажу. У меня тут как стоит тазик с водой. И рядом противень, наполовину накрытый газетой. Вот, держи. Все. Ребятишек на вышку можешь заснять. Вот сегодня, Аня, смотри, я все-таки заставил. Полностью смочили, у нас же здесь пыль. Вот, вот теперь смоченная. Смоченная — это вот как земля. Вот дождь прошел, и тут вообще пыли никакой нету, она ровно. А там-то ногами она сухое поднимается. Ну и что им, сегодня кружку не дали, они из ладони поплескали, я пришел, все сухое, взял прутик, давай шевелить, сухая, согласились. Ну я взял, налил ведро, кружка давай поливать, и они сразу три ведра, один льет, ну и правда много налили. Я говорю, завтра еще один раз пройдете. Вот. Ребятишкам он очень нравится на вышку залезть. Вот сюда, смотри, вот отсюда, вон второй этаж, туда может воспитатель сказать, ты можешь. Вот. А на третье только я имею право сказать. Там лестница специальная. Вон они залезли куда. Там скворечники. Вышку-то мы поставили для... Когда терялись коровы. Вначале куда-то разбредутся, чтобы найти. Ну, а потом другое. Вот это вот. Они сидят как на ящике. Это ложиться сюда, ноги вытягивать. Я спал там. Это для ног. Потому что она так меньше, а там видишь, как сделано. Там вверху крест. И каждое воскресенье вывешивается флаг российский.
Я не стыжусь говорить, когда говорю о флаге российском, что такого флага не было в мировой истории и не может быть другого. Это единственный за всю мировую историю флаг, флаг-проповедник о земной жизни, родился в крови, побуждение думать о небе и дальше великий белый престол. Нет таких флагов. Это вненациональный флаг, внерелигиозный, вневременный. Я просто люблю этот флаг. Это как бы немая проповедь дана. И если бы сказали вот это все совместить, что человек родился, и думая о горнем, и потом помни, будет великий белый престол, другого по-другому никак нельзя сделать, только так. А уже длиннее, короче, разницы нет, лишь бы одна на другим были, красный, синий, белый. Вот так. И почему именно у России оказался этот флаг? Это только Бог знает, это Божья милость. Непрерывная проповедь идет везде. И кто-то все равно зацепится. Я вот это в интернете выставил, говорю об этом много. Как говорится, влюблен в это, в эту проповедь. Не то, что там материя и как. Вон, видишь, девчонки где? Им там интересно. Они там рисуют, в другой раз сидят. А наверху это уже наблюдать с биноклем. Деревья мешают, деревья-то выше вышки стали. Это мы садили все. Это все, что вот есть, это все на навозной куче. Вот это вот возвышение, это огромная куча была навозная. Лагерь стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? Дети поют. Можно еще хлеб показать? А? Хлеб показать. Да, давай. Вот хлеб. Вот ты расскажешь, как делается. А то проповедую. Вот сейчас монахи, что ржаной на муке, там 10 дней они заквашивают. А другой вроде нельзя. Глупости это все. Как тесто готовите? Скажи, как муки, сколько? Вот сегодня у нас две русские печи. Все еще жаром пышет. 43 булки. Вот 43 булки. Так, булка-то она настоящая булка. Полный вес. Надо свешать хоть один раз. Вот видишь, какие? Вот они. Угу. По три. Сколько тут? Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ну это вот двойные две штуки, 4, а там одинарные. Ну 14 на 3. Вот, 3, 4, 12, ну 42. И вот 42 у тебя? 43. 43, значит одна еще так была. Ну вот одинарка у меня была. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот он как, хлеб. Как муку-то замешиваете, с закваской? Да. А то, главное, бесквасный хлеб придумали. Да, бесквасный хлеб только 7 дней в году. А пресноки называется-то. Вот я просто я по-другому не могу сказать, как люди говорят, зажрались, дурью маются. А так, вот у Германа Стерлигова это рекламируется, лишь бы за что-то ухватиться. Безбожники, считайте Евангелие. Там прямо написано, Царство Небесное подобно женщине, Царство Небесное, которое что? Взяла закваску и положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все. Закваска бывает и хорошая мысль, и плохая. Освободиться от старой закваски, от греховной. Это закваска. А зачем бы было Израилю сказано истребить квасной хлеб, если его не было? Он был. И 7 дней назывались опресники. Все, в году только 7 дней, когда запрещается. А вредно, не вредно, это все придумали. У нас все едят столько. Вот сейчас у нас Серафима Гавриловна приходила за закваской к нам. Ну а ей 89-й год. Рекламаторы. Дают рекламу, а сами до этого возраста никто и не доживает. Уж редко где. Так это хлеб настоящий. Его подержать, понюхать, отломить вообще. Это детский лагерь православный. Вот мы приехали в первый же день, печку здесь сделали. Вот старый там она развалилась. Пот-то такой остался. Ну и тут не покажешь. Вот свод. Он как, если можно, то показать свод. Вон он как. Видишь, как сделанный? Круглый. Вот. Ну и вторая печь справа. Две печи. Вот она где. Вот поэтому дрова тут пили, все у нас свое. Не на электричестве. Не потому что электричество вредно, а потому что это деньги. Да у нас и нет таких печей. А это вот нория такая привезенная, зерночистительная машина, труба. А здесь вот под ними это печи. Вот они, печи. И под ними теперь идет туда, но подогревает. Один раз разожгли, а потом две, вот видите, показывает две. Вот туда сверху можно показать трубы. Вот, посмотри. О,
Вот это большая труба, вон то это, которая русской печи, вот она стоит. А та трубы от голландки идут под русскую печь, закрыты русские печи, и туда дым выходит. А мы сегодня-то вот вам отсюда никак не захватить, показать, где мы молимся. Пойдем-ка вот сюда. А, тут не пройдешь. Да вот здесь. Там крапива. Ну-ка. Это можно сверху даже посмотреть вон. Ну, на башню залезть-то. А? На башню залезть. Да можно вот сюда маленько в сторону только пройти, да. И будет видно. Где мы от мошек отбивали и сделали специально. Ну тут не снимешь. Вот оно где. Все загородили. Там видно, где молиться аналойщик. А сегодня мы там водрузили крест. Крест восьмиконечный. Ну, сейчас на солнышко-то, видимо, ничего не покажешь тут. А рядом он где, это видно, где у нас вигвам. Вигвам. Это костер где. Видите, как все просто. А тут что, вышка. Ездить детям играть. Футбольное поле. Вот так. Заканчивается лето. Ребятишки последние. Все сегодня уже. Сегодня 20-е? Да. 20-е. Осталось 12 дней. До 12 дней это еще тут. Это 2 недели фактически. Ну тут что остается? Только дроботы, ребятишки остаются. Паша. До 2 августа. Паша, Аня. Да. Вот все. На этом. Пошли, закончилось. Игра.